Привет, привет. Привет, привет, привет. О, здравствуйте. Как дела у всех? Уру, привет. Привет. Как сегодня день у всех прошел? Красивый портрет. Спасибо. Это с фотографии, на самом деле. Сегодня... Какой вы язык? Что за язык? Я не понимаю. Не понимаю, кроме русского и английского, никакой другой истории. Как дела? Как дела? Как дела? Сегодня я могу похвастаться, что сдала историю Великобритании. А вы что делали, друзья, весь день? Сдала. Все. И английский, и историю. Очень счастливы. Уставшие, но счастливые. Мы вернулись домой. И у меня есть буквально там, может быть, минут 20 с вами пообщаться. Потом буду уже собираться дальше. Для чего сдавала? Я не скажу для чего. В Лондоне учусь. В Лондоне учусь, да. Сложные на самом деле некоторые вещи. Пока не выучишь, ничего не сдашь. Ну что вы молчите, друзья мои? Как дела? Вот, открыла свой я YouTube канал, куда я буду скидывать мои лайв-видео, чтобы вы их видели. Если у нас горячая тема, привет Болгарии, привет Воронеж, привет, то я их сохраню, и их будет можно посмотреть на моем YouTube-канале все, а также все остальные проекты с моим участием. Привет, лисичка. Да, кстати, меня многие мои друзья называют лисенок. Привет из Воронежа. Привет, Воронеж. Привет. Никогда не была у вас. Когда-нибудь, надеюсь, буду. Скоро полечу. Поздравляю. Помню это чувство. Муа. Ну, как бы да, пока что. Удачи вам во всем. Вы красотка. Спасибо вам большое. Я скоро поеду в Ливерпуль, ребята. Кто из Ливерпуля? Расскажите мне, куда мне идти там и с кем, может быть, встретиться, потому что я никогда не была. Мне нужно на 2 дня туда лететь скоро. И, да, точнее, даже на поезде можно доехать 2,5 часа. Я никогда не была, не знаю, что там делать, куда там пойти, где там что. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь из моих друзей рассказал бы мне, или, может, встретились бы. Спасибо вам большое. Похудела, похудела, да, ем вообще за троих. У меня бабушка готовит, так что тут не расслабишься особо. Привет из Сочи, лучше приезжай сюда, тут есть что посмотреть. Сочи, привет! Люблю Сочи, обожаю, очень люблю. Скоро приеду. Кстати, очень нравится мне у вас там все. Классно. А зимой склоны хорошие, чтобы покататься? На лыжах покататься. Там как раз я встала на сноуборд в Сочи. А теперь я перешла на лыжи. Somewhere in London. Привет. Лилия, привет. Привет, Лилечка. Как дела твои? Ты где, красотка? Видите, закрылась я в своем кабинете. Наконец-то у меня это не слышно.
телевизор. Если кто-то слышит, сори, но у меня он вообще без остановки работает. 150 каналов русского телевидения теперь. Привет, роднулечка. Лучшим курортом мира. Да, я знаю. Так я в Красной Поляне и каталась. Кстати, у вас там остался этот мир бани или что там? Баня Лэнд, такое крутое место было. Не знаю, ходили ли вы. Там есть огромная территория с разными видами бань. На Газпроме это что-то... И его, по-моему, снесли. Но я там была, было очень круто. О своем питании. Ха, да. Я, знаете, вам отдельный пост посвящу своему питанию, но когда бабушка уедет, мне кажется, я с бабушкой тут особо не похудею, и скоро у меня лицо, наверное, вырастет так в разика в два, потому что сейчас едим борщ, всякие пирожки, блинчики, сырники. Я ем, но у меня просто много не ем, и все, и больше так я люблю все это, обожаю, когда свежее. А так я вообще не завтракаю. Не могу завтракать. Николя, сырники. Да, Лилюсик, сырники.